В этом уроке мы рассмотрим, как вставлять изображение в профессиональной системе управления веб-проектами 1С Bittrex. Итак, что мы делаем? Так, идем в карточку добавления товара. Идем в анонс. И вот смотрите, что мы сделаем. Кликаем мышкой поле, нажимаем вот эту вот кнопочку изображение, у нас открывается такое меню, нажимаем на эту кнопочку, выбираем выбор, выбрать из структуры сайта. Итак, вот мы попадаем в такое меню. Ну вот видим, у нас уже тут есть картинки, то есть если мы раньше что-то закачивали, какие-то картинки, они уже есть, мы просто нажимаем ее и набираем открыть. Вот, ну, как правило, нам нужно закачать новую картинку, поэтому мы делаем так. Вот если у вас много категорий, то для каждой категории рекомендуется сделать отдельную папку. Делается для того, чтобы когда у вас будет, ну, там, тысячи позиций, и вы могли найти определенную картинку, ну, относящийся к той или иной категории. Вот, ну давайте мы зайдем сюда. Вот у нас здесь уже ванны закачаны. Вот давайте мы сюда добавляем файл, которого еще нету. Вот нажимаем кнопку загрузить файл, выбрать файл. Выбираем на своем компьютере, где у нас картинки нужные. Загрузить. Вот если у нас такая галочка стоит, то у нас уже сразу дальше переход произойдет, куда нам надо. Загрузить. Итак, название title. Здесь мы пишем. Ну вот видим, у нас тут щенок. Это делается для того, чтобы поисковые машины могли определить, что за картинка. Щенок. Здесь можем щенок коричневый. Альтернативный текст, он нужен для того, что у некоторых людей в браузерах отключены изображения для экономии трафика, для ускорения загрузки страниц, поэтому они отключают графику, и тогда у них вместо картинки будет вот этот текст показываться, и они будут знать, что на этом месте должно быть. Сохранить. Все, вот у нас такое изображение. Все, и здесь мы можем писать уже дальше описание этой картинки. Ну или характеристики, что у нас тут будет. Вот так это делается. Теперь давайте мы рассмотрим то, как ставить эту же картинку, которая, ну, вставляется, например, в другом поле, в подробно. Переходим подробно. Кликнем «Вставить картинку». Путь к изображению. Выбрать структуру сайта. Теперь мы уже идем в вкладку «Открыть файл», так как файл у нас уже загружен. «Открыть файл». Кликаем «Bat». И вот видим, здесь у нас этой картинки нет. Мы делаем обновление. Вот эту кнопочку нажимаем. Итак, мы видим, картинка у нас появилась. Выбираем. Все, опять также название «Tile». Сохранить. Все, у нас таким образом вставлена картинка. Можно сделать так: если у нас одна и та же картинка вставляется в разных полях, мы можем ускорить вставку. Делаем HTML. Вот видим, видите, да? Выделяем. То есть как мы выделяем? Ctrl-A, Ctrl-C. Идем в другое поле, где у нас оно, где мы хотим вставить эту картинку. Вот удаляем. Опять идем тут HTML. Вот этот код удаляем, если у нас ничего там нету. Вставляем код
из того поля Ctrl-V. Итак, переходим в визуальный редактор. Мы видим, что картинка вставлена. Таким образом, нам сейчас, если мы вот так вот Ctrl-C копируем код, а Ctrl-V вставляем, нам не нужно переходить, ну, куда-то в каталог и тратить время на вставку этого изображения.